Как нам всем понятно, что 90-е годы и крах Советского Союза очень сильно размыли границы национальной идеи. Мне кажется, что вот в 90-е можно сказать, что она была какой-то западно ориентированной, потому что у нас котировался вот этот весь поток всех западных ценностей, товаров, их каких-то идей, которые на нас обрушился из-за рухнувшего, можно сказать, вакуума, который был создан во времена СССР. Вот. Сейчас же у нас пытаются создать какую-то национальную идеологию, и мне кажется, она базируется на величии России, вот, на ее истории. Вот, та же самая всем известная резонансная тема с Крымом, она апеллирует к каким-то империалистическим амбициям наших сограждан, вот, потому что все-таки мы привыкли жить в большой, великой стране. Вот, и, соответственно, все это приняли на ура, и даже у нас появился такой термин, как «Крым-патриоты» или там «Ура-патриоты». Вот, может быть, это является какой-то государственной доктриной по развитию национальные идеи. Ну, в общем, мне кажется, что сейчас вектор направлен именно в сторону прививания гражданам величия страны, и я думаю, что он будет поддерживаться разнообразными какими-то такими вот акциями и тому подобным.